Что, давай прогуляемся. Короче, заходишь в ворота Нового года. И я вижу здесь человечков. Это мышка похожа, да? Да. А это медвежонок Пух. Винни. Да, Винни. А это кто? Барсук какой-то, непонятно. О, свинья, мать твою. Пятачок, блядь. Как ты выглядишь, а? Пятак. Твою мать. Ой, подозрительность. Ебать, подозрительность. Хорош ругаться. Детишки смотрят. Ага. Подозрительные слова. В натуре, слушай. Good stupid show. Подозрительная сова. Хватит! Хватит меня преследовать, бычара. Я, между прочим, полицейский. Слушай, ну какой индюк ему... Блин. Вот вы, суки, индюки. У вас, блядь, прошу прощения... Короче, тем, кто сломал это самое, засуньте руки в жопу себе. И не вытаскивайте. Это сделали для людей, они ломают. Что за... О, морковка, ёпта. Какое ощущение, что хера не видит. Что за телевизор? А может ты... Может ты это кончил на экран? Слушай... Смотри, какую морковь. Какой у зайца большой прибор в руках. Так, впереди стадо детишек. О чем ты говоришь? Надо свернуть срочно. А то они потом скажут, что я детей снимаю. Скажут, что я такой-то Фил. О, смотри. Это лед. Твою мать, ну вы можете прийти, чтобы его снимать. Быстрее. Давай покатаемся на качелях. Давай-ка я воткнусь в детство. Я не упаду, надеюсь. О, мать твою! О, бля! Нифига себе, меня плюс кануло, бля! О, мать твою! О, нифига себе! Вот это шишки, бля! Блин, я словно в космосе побывал. Ну, это типа как бы обучение космонавтов здесь происходит. Детишки прошли. О, блядь, это чё? Ебать, ёжик в тумане. Это чё, это ёжик в тумане, да? Нифига себе. Какой-то ты упоротый ёжик. Ёжик в тумане. Так. Мы подходим к самому главному заведению. Оба-на, Снегурочка. Да, Снегурочка, с таким фейсом тебя ни один фейс-контроль не пропустит. Не говоря уже о конкурсе красоты. Хотя ты его вообще ничего такая. Но тебе надо похудеть. Ага. О, ёлки. А где шишки, ёпта? Шишки! Вон одна висит. Большая шишка.
Ну, Мороз, что-то ты какой-то скрюченный. Что тебя так перекособочило? Ты как с Нового года перебрал, так и заледенел. Ни хрена себе, Мороз, ты вообще. Блин, ну ты наелся, наверное, в Новый год. У тебя жопа шире, чем плечи. Дедушка, так нельзя. Нельзя много жрать, дедуля. Твою мать. Видишь, как дерево нагнуло елку. Так, ну и вот, в общем, вот. 20-20. Как бы не перепутали. Здесь 20. И там 20. Ни хрена себе. Прикинь, а кому-то сейчас вообще 20. Не просто 20-20, а 40. А кому-то сейчас вообще 20. Просто 20. Посмотри. Актив боевого братства Катайс-Кабарды. Инициаторы строительства. Не, ну это вообще классно, да. Вот смотрите, какой огромный шляп. Стоп. Это чуваки. Нифига себе. Вот это прибор. Какой большой, какой толстый. А какая шляпа у него. Посмотри. Нифига себе. Блин, вот такую штуку бы сейчас, а, прокатился. Плохо плюнуть можно. Вот так вот. Такая вот у нас новогодняя елка. Бабочка. Что ж. А походу, между прочим, по ходу тепления этот мороз все больше будет по какой-то причине наклоняться в сторону. Да, его будет все больше уносить, уносить и уносить. Потому что скоро потепление, опять помолодание. И вот так. И закончим мы на шишках. Вот там большая желтая шишка. Всем пока-пока, а то меня уже сносит нахуй.